это самая терпеливая пуля в мире. Она прождала 20 лет, чтобы поразить цель. Давайте объясню. В 1883 году в Техасе Генри Зигланд бросил свою невесту Мэйси Тикнер. Она впала в депрессию и покончила с собой. Ее брат очень разозлился. Пришел на ферму Генри, выстрелил в него, а затем застрелил себя. Но Зигланд не умер, он был только слегка ранен. Пуля задела его и застряла в дереве. Спустя 20 лет Зигланд с сыном кололи дрова на зиму и не смогли расколоть одно толстое бревно. Они насверлили отверстий и заложили немножко взрывчатки, отошли на 20 метров и подорвали. А дальше случилось невероятное. Пуля, которая 20 лет ждала Генри, вылетела из бревна и попала ему прямо в висок, сразу же убив его.